Мне урон 250 с руки. Вот, вот я об этом и говорю, что все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну свап винги. Вот хотя бы, вот, пожалуйста, винга сейчас выполняет функцию сейвера. Да, ну, два байбека, Абадон байбекает свинга тоже. Раскручивается там Джаггернат, будет отступать назад. Есть ветра по всем, это хорошо. Есть стенка, все. Еще Шрайн нажми. Так, СМ взорвался. По снайкингу тут увозит своих тиммейтов. Форстав хороший, и все улетели. СМ уже там с виспом. И они бьют базу, прожимается фортификация, но это вот 2 секунды жить, да, и уходить. Ну, на ИО, да, ну, неплохо получилось. Не тот барак били. Ну... В принципе, с дэмэджем СФа, да, можно было бы там пробить. Ну, не было бы фортификации, но с другой стороны она была, но теперь-то ее нет. Можно еще такую атаку. То есть, подожди, у нас же байбеки имеются, да? У СФа. Байбеков нет. Ну, у СФа есть байбек и у Дума. То есть они могут вполне спокойно зайти попробовать засуицидиться в бараке. Там есть байбек только у инвокера. А у Freedom еще сейчас Сейгз будет. Ну, двоп просто не пойдут, им слишком страшно. Смока. Не-не-не, они должны идти. Они понимают, что сейчас Аегис и Сыр. Очень долго. Ну, надо идти, надо драться. Ну, да, не успевают, к сожалению. Там Ио подбирает Аегис. Так, Дум, в кого? Я слышу кого? Да, я тоже слышу Дум, это Witch Doctor. Вижда. Вот, учитывая, что в Джаггернаута Дум не дается, может быть, ему реально убрать эту линку и что-то другое. Ну, не суть. Венга стоит там в пите. Так, крик, инвокер бластирует. Ну, инвокер все время контролирует отход, отступление своей команды. То есть, как только парни подходят, он сразу же бласт, и все убегают, улетают. То есть, никого не... Он на максимум работает всю игру, у него даже пока, да, если посмотреть, 10-2-18. Все прям... Старается. Фортификации нет, просто по КБшечка, улын на барак. Но баши работают. Ой, как шикарно-то! СФа завалили. А сейчас Джаггернаут сработал. Mm. Да не хватило, боже ты мой, 73 хп, но в то же время Дум забирал другой барак, да. Ну вот они мегакрипы. Почти. Почти. Надо добить, желтенький прилетел. Абадон пришел в X-майк, Мишаня, да. Ну, у него байбека нет, Проблема в том, это что можно... мегакрипы, там уже Т4 крипов. Все нормально. Дума не убили, а Эгис сбили тем временем у нас с ИО. Что? У него Блэйнс? Ладно. Ну, всех поубивали. Но теперь надо лететь. Ой, Дум еще подставился. Да. Но у него тоже байбек есть, так что ничего страшного. Но вот... Ну, это была суицидальная такая атака. Но теперь вопрос, как Дувуп распорядятся преимуществом небольшим, которое у них появилось. То есть, all mid сейчас? Или что? Разводить на байбеки? Или дефать базу рапира? Мужик. Это all-in. Но две рапиры. Вот как это красиво мужик. Урон прибавляется. Ты видел анимацию? Там плюсики росли, они увеличивались прям без регистрации смс в прямом эфире. Вот даже сейчас. Да. Только сейчас стал. Так, сколько у него урона с руки? У инвокера? 200 плюс, короче, вот. 1000 урона. Еще 1000 урона. Да. И криты. А, Бладторн почему убрал? Вообще, Кталин выложил уже. Лол, трон, посмотри, как рассыпается фортификация, что делать, есть хекс по Думу, Дум, с лотусом, хорошо, бластирует инвокер, надо дальше бить трон, просто трон, БКБ, Дум не прожимается, потому что есть линка, убили, трон месит, винга, 120 секунд уже после байбека, она попала, да а он просто валит, он просто месит, трон, боже, трон, если пойдет, сейчас трон, упадет, инвокер, что ты делаешь, джи-джи, невероятно! Вот это поворот! Почему они его не били? Они не прочекали рапиры, Так видно же урон. Ну, не понимали они, лол. И это только первая карта, и счет 1-1. Вот это да! Ой-ой-ой-ой-ой. 70 минут потребовалось Дувуп, чтобы закончить все это дело, но инвокер, вот как я сказал, буквально там 3-4 минуты назад, что он отрабатывает на полную, он перевыполнил только что норму. И клиент переустарел. Что мы видимся. Да. Ну, как я говорил, команды равны. На что посмотреть точно есть. Да. 70 тысяч урона у инвокера. А СФ сколько нанес? СФ нанес 60. Ну, с физухи там. Немного побольше. А, что, ну да, все правильно. Все правильно. Он же убрал Бладторн, потому что по героям он не бил. Бил построением. Но с другой стороны, Бладторн уже дает скорость атаки. Урон...
По зданиям тогда да. Ну, он и так нормально навалил под лагерем. Там, в принципе, ему хватало так спида. Поэтому в данном случае выбор был правильный. Я-то думал, они пойдут вот прям вообще месить пацанов. Ну, вместо сапога можно было бы убрать, поставить. Да, но... Нет, вопрос только один, почему не дали фокус инвокера. Понятное дело, с домом там у него висела сфера Джаггернаута, но с остальными-то вещами. Где было все остальное? Почему-то, понятное дело, не ожидали, что будет так много урона влетать по зданиям. То есть... Первый тир 4 упал, только потом уже дошло, что беда, быстрее, пацаны, выкупаемся. Там потом... Вингу убили. Вингу убили после байбека или что-то такое. Ну, короче, 120 секунд это не было. И... Не самое важное. Ну, не сам, но некому было сбивать Линкин сферы. Ну, хотя, да, у дома там, по-моему, был волк. Никаких порджей и прочего не было. Ультимейты. И Абадон, по-моему, тоже был мертвый. Ну, то есть, по факту... Не, ну хотя может мог X-Max бить, да, правильно? Юл, Койл. Ну, без Койла. Двум, потом бить руками инвокера, у которого БКБ нет. Ну, то есть, но все равно Дум не было смысла давать уже Вокера, надо было просто успеть его убить. И не получилось. Ну, он вообще не бил, даже с руки. Да, да. Вот там было пол хп, он довольно быстро. Но это же инвокер, не самый лучший персонаж. Ну, для... они это... просто не ожидали. Мне кажется, они просто не ожидали. Они не чекнули инвокера, и проблема. Они били Явара, там вот этих вот всех снейкингов, там, которые что-то там типа пытались драться. То есть они отвлекали на себя внимание, то есть заманивали. Вот мы такие там, знаешь, вот как в детстве обычно. Тебе врач показывает там какую-то... коровку там, смотри, как тут красиво, в это укол время тебя всаживает укол. Да, 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 вот здесь то же самое.